Последняя минута первого периода.
Алексей Чуприков, номер 79. Thank you.
Шайбу забросил Владимир Рындин, номер 99. Время 5-3 минуты. Передачи Андрея Степанищева, номер 10. Александра Улитина, номер 17. Шайбу забросил Андрей Еродский, номер 88. Thank you.
2 минуты до окончания третьего периода. Наказан игрок команды «Липецкая энерго» Евгений.
последним отчетом. Номер 9. Время. Матч окончен. Со счетом 5-3 победа одержала команда МВД. Уважаемые болельщики, первый партнер нашего турнира компании «Динамарта» и оргкомитет определили лучших игроков сегодняшней встречи. И мы стали в составе хоккейного клуба «Липецкая энерго». Нападающий Григорий Алексеев, номер 11. Составе команды МВД единогласно решение судейской коллегии лучшим игроком матча признан защитник Дмитрий Шалимов, номер 20. Поздравляем команду МВД с победой. Благодарим команду «Липецкэнерго» за то, что сражались до самых последних секунд встречи. А следующими на виду главного нашего комплекса выйдут команды «Липецкэнерго».